Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 22 миллиарда рублей вложено в экономику Кировской области по нацпроектам. Всего в 2023 году в регионе реализуется 48 проектов. На них выделено 14 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального бюджета, 5 миллиардов из регионального, 2 миллиарда 200 миллионов составили внебюджетные источники. Наибольшая часть средств направлена на выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – 28% от общей суммы. Об этом рассказала министр эконом-развития региона Наталья Кряжева. По ее словам, наша область превышает среднероссийские показатели реализации нацпроекта. Регион не только выполнил плановые показатели, но и получил из федерального бюджета кредит на опережающее финансирование в размере 1,5 миллиарда. На эти деньги дополнительно отремонтировали 61 километр дорог. Всего в этом году в регионе привели в порядок 195 километров. Также крупные суммы вложены в реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Экономика. Екатерининскую улицу в Слободском отремонтировали в 3 раза дешевле изначальной стоимости. На днях на новой дороге открыли движение. Это одна из самых старых улиц города, которая никогда не видела асфальта, рассказали в областном правительстве. Капитальный ремонт прошел на участке около 1 километра от улицы Грина до улицы Энгельса. Как рассказал губернатор Александр Соколов, летом прошлого года к нему обратилась глава Слободского. Он поставил задачу прежнему составу правительства сосчитать стоимость проекта. Цитирую, сумма получилась немыслимой – 300 миллионов рублей. Дело казалось нереальным, поделился Соколов. При этом новый министр Алексей Петряков смог решить задачу. Вятавтодор выполнил все работы за 88 миллионов рублей. На эти деньги была не только построена дорога, но и заменены все коммуникации и сделана ливневая канализация. В следующем году будет сделано покрытие на 2-й части Екатерининской улицы, пообещал губернатор. В эфире «Экономика». 184 кировских бизнесмена открыли свое дело через МФЦ. Такая возможность появилась в Кировском МФЦ с апреля этого года. По работе в этом направлении наш регион в очередной раз вошел в топ-10 по России. По динамике обращений заявителей за получением сервиса Кировская область занимает сейчас 8-ю позицию. Всего в оценке принимали участие 84 МФЦ страны. Регистрация бизнеса через центр «Мои документы» занимает 2 рабочих дня. Готовые документы, заверенные цифровой подписью Федеральной налоговой службы, поступят заявителю на электронную почту, поясняют специалисты МФЦ. Для завершения процесса регистрации нужно дистанционно открыть расчетный счет. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».